Всем привет. Ну что ж, я тут решил поиграть немножечко, как говорится, не на записи. В итоге меня куда-то опять теперь ведут. Разбойником тут. Ой. Что-то заведут ловушку. Вот это будет весело. Домики решил пограбить. Да, наверное, ловушку заведет сейчас. Сохраняюсь. Тут золото ему дал. Не нравится мне этот типчик. Перекусим для начала. Средное зелье, сильное, среднее. Их пока тратить не будем. Уведи меня. А здесь? А, это этот петел. Не сейчас. А, я понял, куда он меня ведет. К этим двум шалопаем. О, как оно. Людей грабит, скорее всего. А будем драться. Я. Блык сразу обезоружить, я ж хотел. А, блин, ну ладно. Мы будем, чувствую, долго бегать, кириться. Сразу стрелы такие возьмем. Так, друг мой. Понятно, значит, ты сам пустынный разбойник. Было бы лучше, если бы ты прямо сейчас отдал мне ключ. А откуда ты знаешь, что они у меня есть? Эти чертовы штуковины стоят кучу золота. Один я уже доп... А такие, как ты, приходят в Моросул, чтобы продавать рабов. Готов поспорить, что ты уже прикарманил ключик другой. И сейчас я их... Я тебе покажу! Блин. Убивать не будем. Я его, кажется, убил, да? Или нет? Задание. Блин, надо было его не убивать. Давай-ка перезагружусь. Надо его, короче, добить. Может, я его... Не надо его убивать, короче. Я, кстати говоря, что-то не ожидал. Здесь получается противника с мечом в доспехах проще убить, бляха, волка. Че, серьезно, что ли? Да, в этой игре явно что-то не так. Да, кто-то уже посмотрел, что я с Ведьмаком играюсь. Так, ладно, пошли. Даром там. Смотрю. Так, друг мой, вот и пробил твой последний час. Понятно, значит, ты сам был. А откуда ты знаешь, что они... Эти ч... А так... Это... Если... Я тебе покажу! Интересно, может, этими его стрелами дал. Так. Стой! Люди, здесь драка! Давай, сделай его!
Слушай, ты можешь рожей не вертеть, а? Решил стрел сэкономить, по башке ему пострелять. Храму. Так давай сразу подкушаем, пока он там чувство приходит. Больше ничего нет. Я с ним поболтать хочу. Может, ничего полезного? Блин, я не посмотрел, золото-то верну хоть свое, которое я этому парану дал. В следующий раз. Тебе нечего делать. Не суй свой нос, сперва передохну. Тебе нечего делать. Так, и вот те два барана. Одного давай убьем. Я тебя достану! Стой! Удали на эту хрень. Подальше отойти. Ух, крепкий мужичок попался. Беги! Попробуй только еще раз со мной связаться. Как-никак, у тебя есть с собой золотишко. Оружие я лучше возьму с собой. Охренели просто. Проклятие. Какая боль. Привет. Ты... Эй, ты второй, иди сюда. Я все равно тебя достану. Проклятие. Какая боль. Ничего. Я к вам, ребят, буду забегать на проверочку. Правда, то, что у них клинки ассасинов, вот это мне не нравится. А, это меч 400 стоит, слушай. Я думал, опять кинжалы, блин. Ты по... Следующий раз... Попробуй только еще раз со мной связаться. Ты откуда это время достал? Спасибо за золото, герой. Оружие я лучше возьму с собой. Вот ты достал эту хрень. Пожалуйста. Ух. Хватит? Котина-то какая. И не смей больше нападать на меня! Да как вы за... Да у тебя с собой золото? Замечательно. Оружие лучше заберу с собой. Проклятие.
Какая боль! А ты... Там ничего нет. Алибардра. Откуда он ее взял с собой, а? Но место вытащи. Серьезно? О! Моя голова! Проклятие! Какая боль! Удиви меня! Удивил! Руган, извини. Может, хватит? Эй, вы! Алибардра, 300 золотых. Стой! А, разбежался. Я тебя достану! Отбегай, дятел. Так, его главное сейчас не убить. Это мой золотой прииск будет. Барбара, иди сюда, маленькая. Ой, как хорошо, слушай-то. Сколько она стоит? Она стоит трешечку, да? Надеюсь, не сломанная. А какая разница, сломанная или нет? Смотри, 300 золота за одну штучку. Я сейчас тут пофармлю. Не, ну а что, золото мне нужно? Нужно. Нужно фармить. Нужно. Мы еще поговорим. Кири-кири-кири-кири. Мне что-то не верится в такую удачу. Ты посм... Так, ладно, друзья мои. Это я уже буду продолжать не на запись. Я этих алибард нафармлю, так что дальше ехать некуда. Мне нужен камень долбанный этот телепортации, в первую очередь. Это ладно, уж подождет. Конечно, халява. Халява, халява, еще раз халява. Я вообще хочу посмотреть... Секундочку. Так, водички глотнул. Горло першит. А я хочу посмотреть, найти кого-нибудь, у кого есть поинтереснее вещи. Подороже. Потому что, ну, алибардра 300 это хорошо. Мне где что-нибудь за 1000. И 150 тысяч сделать. Это вот представьте себе, по 300 я буду убивать этого бедного чувака. Вот раз. Ну, хотя, с моим-то задротством это не проблема. Не отвлекай меня! Я хочу топовые доспехи. Так, я здесь везде лазил. Пошли дальше посмотрим. Это что за хрень? Арена, да? Чего ты здесь? За этот дурацкий вопрос тебя... Ты находишься у резиденции одного из могущественнейших купцов, Ганса. А, понятно. Он самый ловкий и самый главный человек у Зубена во всем. Так что берегись, если прогневаешь Гонсалеса, тебе не сдобрава. Да-да, я... Как я... Каждый знает, что Гонсалес принял. Понимаю. Да ладно, наслаждение. Так, здесь. Ну, здесь. Не помню, где я был. Там ничего. Стой на месте, трус! Сейчас.
Надо посмотреть, может, я уже и подобрал. Тут сундук я уже полазил, да? Что это за хатка такая? Кстати, я сюда не помню, я лазил. А, нет, я здесь был. Мёд пиво пил. Усом стекало, вот не попадало. Так, надеюсь, они там не отстали, наконец-таки. Путаюсь уже, блин. Я от меня не уйдешь. Что тебе и все равно. И чё такой? Стой на месте, трус. Я от меня не уйдешь. А я никуда не ухожу. Остал ты меня. Это может быть больно, кстати. Должен его победить, честно, в схватке. Ну, у него там хп-то осталось. Все, успокоился? Меч заберу, блин. Меч ассасина, да? Стоит. Мечом ассасина мне лучше не пользоваться, потому что еще, не дай бог, травану, человек помрет. Тогда будет звездец мне точно. Бандиты не считаются. Конечно, почему нет? Так, вот из-за этого козла, наверное, здесь хрена я не смог полутать, да? Лучше всего уладь это дело сам. А, скорее всего. Хуже уже не будет. Здравствуйте. Послушал бы моего совета. Если он будет продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. А я так могу? Могу воды попить? Зараза, так было бы удобно. Лучше бы ты не встревал. Наконец, ты нашел дорогу на большую арену? Некоторые проблемы решаются сами собой. Ангур, что мы знакомы? Видимо, орки тебе все мозги вытрясли, да? Не надо везде подставлять свою голову, мой друг. Я приплыл сюда с тобой, на корабле. Мы вместе сражались на острове Харинес. Прежде я принадлежал к лагерю сектантов. Ну? Ангар, ты... Я поднялся по побережью, и вот я здесь. Я провел на арене несколько боев. Жаль, что ты не видел мой бой. Как будто мне и без этого... Ты все еще увлек... Я могу показать тебе еще... Хорошо. Ты на... Если опять бы... еще один драчун. Расскажи. В общем, они тут я состоянии. Падаю на... Он в... Да-да-да-да-да-да, очень все круто. Но... Быть чемпионом в Марасол? Ну, все от... Все возможно. Ну ладно, молодец. Да. Стой! Лучше всего... Я грязный вор! Да чтобы вас всех перекороюбило. Ему-то это лучше знать. Давай, беги. Бежишь? Стой на месте, трус! Послушал бы моего совета. Быть осторожнее с тем, что говоришь. И сюда. Может, тебе и все равно. Стой на месте, трус! Как будто мне и без этого проблем не хватает. Вот теперь можно вперед отбегать. Ну что, бой лучников? Эй, бери меч. Ой, у него арбалет. Ах!
Все, съел. Успокоился. Что ты там такое охранял, а? Давайте-ка посмотрим. Ты правда думаешь? Паладин здесь. Так, ты вот здесь вот, да? Здесь нифига нету. Сломано. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Сломано. Может, тебе и все равно. Легко не будет время птиц. Послушал бы моего совета. Золото. Ну, предположим. Вот его дом я вижу. Нифига у тебя нет ничего. Стой! Я грязный вор! Какой он, блин, злопамятный-то, а? Стой на месте, трус! Скоро что-то произойдет. Если бы это было так просто. Я могу только надеяться. Отвали от меня. Правда думаешь? Втором этаже еще. Может, тебе и все равно. Здесь драка! Давай, давай! Мочи его! Да он меня сейчас кулаками запинает, бля. Хрена себе, дяденька такой. Да какой наглый-то! И не отстает. В городе решил подраться, сразу все на меня кинулись. Ай-яй-яй. За духи из этого никогда ничего не выйдет. Так, а я вообще где нахожусь? Без этого проблем не хватает. Я нахожусь... Амора Сул. Лучше бы ты не встревал. Лучшим камней не находил. Я могу сказать тебе об этом раньше. Если бы это было так просто... Нет, камня я не находил. Будем искать. Так, я вокруг только арены. Тут на втором этаже. Некоторые здания не почекал. Посмотрим. Я от меня не уйду. Да заеб... Будь осторожней с тем, что говоришь. Стой на месте, трус. Вы заколебали, бля. Что за херня? Я же сбежал от вас. Это далеко довольно. Я могу сказать тебе об этом раньше. Значит, подождать, пока выгрузка будет. Заканчивай с этим. Почему на арене нельзя камень телепортации дурацкий? Да. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Найду здесь камень телепортации, буду ржать до упада. Его здесь нету. Так, ладно, сохраняемся. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. О, успокоились? Да знаю, я знаю. Послушал бы ты моего совета. Слишком тяжело. Так, есть тут этого. Еще один. А, ну да. Здесь тайный сундук, здесь я уже был. Сюда на второй этаж пробраться. Ты правда думаешь? Стой! Тебя...
Да пошли вы нахер, заебать. Не грязный вор. Да блин. Да знаю, я знаю. Стой на месте, трус. И сам знаешь куда достал уже. Короче, ничего пока не воруем, просто смотрим, осматриваем. Уже в корень надоело. Никто не видит, это ты вор. Нас типа, блин, никто больше не ворует. Особенно если в домах нет дверей. Никто не будет воровать, конечно. О. Логика, блин. На 5 с плюсом. Так, я будем. Гитарь я надо. Я вокруг арены никак не могу нормально что-нибудь лутать. Это точно. Вроде по краям уже все обшарил. Так, где у нас тут арена? Я могу вот сказать, я, как правило, сюда подвигал. Заканчивай с этим. Так, здесь я был. Я извиняюсь, конечно, что если я повторяюсь, но я, блин, запутался вообще в край. Тут еще... А, бочка. Я тоже уже был. Бывал, так сказать. Так, в этом нижнем был. Такое впечатление, будто он... Ну тут кей, погоди-ка. Тебя нету. Что так? А что, похоже? Это вроде как. Ты заглядываешь в каждый угол, словно что-то потерял. Да, или камень телепортации не дашь. Где бы чего стащить, верно? А если бы это... Ну, в таком случае, я, наверное... Ну как? Ерунда. Для такого человека, как ты, у меня кое-что найдется. Хорошо. В этом проклятом городе и богатство у них. Если ты поможешь мне немножко облегчить их мощны, то я научу тебя, как надо правильно снимать сливки. Хорошо. Я... Некоторое время назад... Был в Марасуль один шарлатан. Этот демон, мол, всегда приходит ночью и забирает у неверных их души. И, конечно же, против этого демона есть защита. Кубок души. Он сможет защитить от демона любого, кто им владеет. Пятеро купцов заплатили целое состояние, чтобы заполучить кубок души. С тех пор у каждого из них в изголовье кровати стоит такой кубок. Принеси мне 5 кубков души. Эти идиоты... Я понял. У кого как? Один на... И... Да. Да уж. Я об этом подумаю. О, торговец, вот. Здравствуй. Вина нету, спасибо. Единственное, что интересно... Запоминать, где я тут копался. Сейчас опять будет... Да? Не могу в это поверить. Стой! Тебя раз... И чтобы все сдохли. Я вонючий вор! Стой на месте, трус! Лучше всего уладь это дело сам. Ну... Тем, что говоришь. Может, их отпустил уже? Никогда ничего не выйдет. Водички попью. Кошмар. Послушал бы моего совета.
Ладно, если что, серию, может, обрежу как-нибудь. Если не найду камень телепортации. От меня не уйдешь! А ты меня задолбал уже. Как они меня бесят. Стой на месте, трус! Эй, шнапс, дебил. Говорю, шнапс пей. Давай отбежим подальше и вернемся. Где руки чешутся? Ты говорил себе, не надо лазить. Не надо. Я все равно полезу в что-нибудь путаю. Не могу удержаться. В этой игре тем более. Адлер начинает Скайрим проходить. Послушал бы моего совета. Там я все у всех стаскивал, помню. Некоторые проблемы решаются сами собой. От меня не уйдешь! И серьезно? Заканчивай. Ладно, давайте, короче, его отведем, дадим ему звездюлей. Он уже начинает надоедать. Да конкретно. Стой на месте, трус! Хуже уже не будет. Да. Клинок ассасина. Ассаси. Упрощение, но он меня достал. Просто реально. Так. Сейчас главное там здание посмотреть. В втором этаже. Неохота просто мне терять скиллы на эти дурацкие мастерские отговорки. Я, конечно, понимаю, вещь, наверное, нужная. Как раз таки я покопался, он меня запалил. Интересно, вот наверху что-то было. Золото. Слишком тяжело. Золото забирай. Кубок души. Ключик. Сломано. Тоже неплохо. Так, ладно, здесь я все посмотрел. Один души есть. Я думаю, скоро что-то произойдет. Так, самые богатые купцы живут на вторых этажах, да? Все будет выглядеть по-другому. Бутылочка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. До туалета, что ли, не добежать? А, это вино, а бутылочка. Слишком тяжело. Понял. Я доведу дело до конца. Ну чё, кто ко мне ещё скажет, какой я плохой. Конечно, тоже бы не помешал. Ничего хорошего из этого не видеть. Пришло. Стой! Тебя разыскивают здесь. Нет, грязный вор. А, я еще и золото ему. Ух, ёпта. Стой, собака. Чуть они все на меня получились. Эй, не понял.
Бежали-ка по другой стороне. Никто ничего. Может, здесь круг можно как-нибудь навернуть. О. Я ничего не хочу об этом знать. Так, это... Нет. Ориентир нужен, арена. А не этот. Ладно, здесь хрен пойми чего. Вот арена. А, ну все правильно. Туда и пойдем. Правда, я тут вот везде. Стой на месте, трус! Чего не был? Да нет же! Ничего хорошего из этого не выйдет. Я ушел от тебя, да? Я веду дело до конца. Я долго ждал этого момента. Да знаю, я знаю. Как... Так, а вообще к этому дятлу можно пройти? Стой! Не с места! Мы не знаем. Я вроде один сюда мне пошарил, так это здесь. Давай-ка пробежимся. Еще. Ты не хочешь это понять? Давай, давай. Вообще ничего. Нужно посмотреть. И, блин, дурацкие камни телепортации. Повторяю дважды. Слушайте, ни хрена. Вон отсюда. Тревога. Враг. Тревога. Еще и маг добавил. Пару книг. Здесь нет. Проверить надо было. Так, ладненько, друзья, буду, пожалуй, на этом серию заканчивать. Такая получилась длинная пробежательная. Кто победил бандитов, немного попинал. Очень полезно то, что я нашел, как заработать бабла. То на халяву, блядь. Можно много заработать. Это хорошо. Но мне кажется, здесь телепорт, он где-то либо рядом с городом. Либо я его просто никак не могу заметить. Надо подумать над этим всем. Удачи. Всем пока. Я тут еще побегаю, попробую его найти. Не знаю. Если найду, то начну с этого записи, побегу в другой город. Мне уже здесь надоело.